Там слышны звуки большого количества людей, которые разламывают все. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы опять в Хаги-Ваги. Сколько уже можно, здесь столько всяких вещей, которые можно обсудить. Я по такому прям вот конкретно соскучился. Я прям серьезно по этому соскучился. Потому что с момента ФНАФа не было таких игр, которые интересно было бы обсуждать и тебе, и мне. Если тебя заебал Хаги-Ваги, то я могу тебя понять. Другие игры на канале тоже выходят. Но если тебе все еще нравится, как и мне, тогда поехали. Сегодня мы с тобой поговорим про новые уровни, которые я нашел. И да, погнали. Так, первая карта, которую я обнаружил, которая работает, которая интересна. Воу. Воу. Подожди, здесь реально есть скрытые какие-то карты, в которых что-то есть. Хаги, причем цветастый. По-моему, он необычного цвета, хотя не уверен. Цвета не мои. Ты выглядишь как мартышка, дай петурю. Бам, красава. А, в общем, появился вот такой вот уровень. Не знаю, что здесь вообще конкретно есть. Мы полетаем по нему чуть попозже. Это уровень, который я сейчас нашел в игре. Вот, и, собственно, сюда смог зайти. Окей, давай посмотрим. Вроде выглядит, кстати, довольно проработанно. То есть там лампа. Подожди, в смысле? Это реально рабочий уровень? Ну да, там лампа качается. Хаги делает, я тебя типа люблю. У него нога сломалась, сочувствую. А что? Что-то стучится? Ебать. Ты серьезно? Это что? Ты хоррор какой-то? Мне кажется, этот уровень страшнее, чем в обычном Хаги, да? Да. Блин, правда, он на мартышку похож по лапам. Да бляха. В смысле? Че за прикол? Окей. Не, ну это ж не может быть проработанный уровень, потому что вот тут дыра в земле, в полу, в потолке. Дыро. Не может же быть, правильно? Фонарика у меня нету, кстати. Что-то из-за двери стучится, подожди. Блять! Сука. Что я сейчас видел? Что я сейчас видел? Я сейчас видел руку какую-то надо мной прилетающую. Подожди, что вообще здесь происходит? Это что-то падает здесь? Какой-то предмет отсюда вылетает. Да, реально предмет какой-то прилетает. Просто какая-то темная комната. Бляха, меня закрыли. Нет, я попался в ловушку. Кубик. Я попался в ловушку. Черт. Блядь. Я просто Бляха. Блин, это правда стрёмно. Я, короче, перезашел просто в уровень и быстрее пробежал. Звуки, будто босс из Dark Souls какой-то вышел на меня. Жесть, это что? Подожди. Это Хаги как должен быть в начале, то есть не переработанный. Ну-ка, стой. Если ты бежишь достаточно быстро, то он начинает выходить. Причем, если ты идешь медленно, ему, видимо, наскучивает, он со скуки умирает там. Потому что если я бегу нормально, вот я просто бегу. Свет моргает, моргает. И потом. Вот! И все! Открывается дверь и выходит Хаги! Причем Хаги выходит просто вот так вот в той позе. Давит тебя авторитетом. Дружище, а что если... Бляха, какой ты, сука, стрёмный. Почему игры, которые работают неправильно, настолько страшные? Ну-ка. Хорошо. Все в порядке. Все абсолютно нормально. Но я на самом деле ему выключил вас. Белый Хаги? Что? Подожди. Ну, короче, вот так вот. То есть здесь, видимо, в этом уровне изначально задумывалось, что Хаги мы вот таким образом встретим. Мы идем сюда, открываем дверь, и на нас выходит Хаги и бежит за нами. Блин, вообще это крипово было бы.
Вот в этой игре это было бы страшно. Ну почему ты собака такой страшный? Нет, я имею в виду сейчас, он не страшный. Но я имею в виду, когда игра тормозит, почему это настолько страшно? Вот как ты думаешь? Потому что, казалось бы, он мне даже не угрожает. Но то, что он едет вот так вот на меня, это прям давящее какое-то ощущение. Я причем могу сюда зайти как-то, если аккуратненько, судя по... Такая еще музыка нагнетающая. Жесть. Самое нагнетающее смотрение в глаза нерабочей анимации на свете просто. Ничего страшнее этого ты, наверное, никогда не увидишь. Он реально, я застрял. Он меня зажал и давит авторитетом на меня. Хаги, прекращай. Хаги, прекращай. Да, блин. Это было что-то странное. Это было что-то очень странное. Это типа, наверное, игра залагала и вылетели текстурки, потому что мне пришлось игрушечку немного поменять. Скорее всего, как-то так. Ну, короче, я думаю, что так задумывалось, что появятся хаги изначально. То есть мы с тобой буквально смотрим на то, как игра должна была выглядеть в принципе. Без вот этих наших переработок, без переработок хаги изначально. Ну-ка, давай попробуем вылетим из него, из меня, и посмотрим, что здесь вообще есть. А здесь больше ничего нет. То есть это просто маленькая локация, которая задумана на то, чтобы мы встретились с Хаги, и все. Больше ничего здесь нету, ничего здесь не наблюдается. Блин, клевая идея на самом деле. Нет, она не более страшная, чем обычная, но это прям явно недоработанная. Возможно, это для третьей, для второй главы. Но я не уверен, прям вот вообще не уверен. Но я очень был рад тому, что здесь есть реально недоработанные уровни, в которые можно забраться, на которые можно посмотреть, над которыми даже можно поорать. Круто, круто. Я бы хотел такой момент в оригинальной версии, а ты? Потому что в оригинальной версии, как по мне, не было практически моментов, когда нам с тобой было страшно. То есть, ты просто идешь. Ну да, страшно немножечко, когда Хаги бежит за тобой в вентиляции. Ладно, не немножечко. Страшно сильно. Слушай, а что если я пробегу мимо тебя? Подожди. Опа! И что будет? Ну все? Обломали дурака. Черт, я опять закрылся! Меня опять закрыли! Но это еще не все. Мы попадаем в этот уровень. Какой-то корабли на заднем фоне. И кто-то стучится в дверь. Постоянно кто-то стучится в дверь. Причем интересная штука. Если подождать достаточно долго, то дверь... Вот этого я не знал сейчас! Если, короче, ждать достаточно долго, то дверь проламывают. То есть вот эта задумка была под главу вторую или просто под переработанную главу вот эту вот. То есть ты... Сидишь здесь, за этим стулом, ни о чем не паришься, поедаешь пиццу, поедаешь гамбургеры, хот-доги, холодец свой, запиваешь кофейком, и в это время к тебе кто-то стучится. И потом, сейчас, слышал, да? Дверь открывается, дверь проламывают, то есть здесь кому-то стучались в дверь, пытались пробраться сюда и пытались, ну, собственно, убить нас с тобой. Мы сидели здесь, не знали, что делать, а потом мы открываем дверь. И уходим вниз. Причем мы идем по... Причем это проработано. Там слышны звуки. Там слышны звуки большого количества людей, которые разламывают все. Слушай, это прям реально проработанная часть игры. У нас сегодня с тобой очень хорошие лоходочки. Вот это проработанная часть игры, в которой, видимо, кто-то зашел в наш офис, сломал все, начал материться, орать, верещать и продолжил крушить все после того, как мы сбежали. Они продолжают все крушить в надежде на то, чтобы найти нас с тобой. Вау! Вот на этом уровне в первый раз. Я знал, что он есть, но я не знал, что это правда. Так, хорошо, здесь ничего. Пойдем дальше. Ага, ну а это Поппи у нас. Вот это, собственно, у нас Поппи. Да-да-да-да-да-да-да. Это как задумывали изначально? Нет, слушай, а может и никак задумывали изначально?
Или это, опять же, для второй главы? Блин, я не знаю наверняка. Просто смотри, вот это разломанные доски. То есть мы в оригинальной версии приходим сюда, и здесь все выглядит хорошо. Здесь все в порядке. Компания в порядке. Все норм. А в этой части мы заходим с тобой, и здесь все раздолбанное. Валяются какие-то кирпичи, валяются какие-то вот картины, висят, а что-то валяется. Здесь валяются осколки досок какие-то. И вот там валяется огромное количество раздолбанных вещей. То есть это буквально мусорка. Даже музыка есть. Это другая версия игры, которая, возможно, была задумана изначально, а может быть будет. То есть это разломанная комната Поппи. Вот она сама Поппи. Не знаю, отличается она? Подожди, а ты вообще другая, нет? Музыка прикольная, кстати. Блин, мне кажется, она, кстати говоря, другая. Мне кажется, она менее криповая какая-то. Ты так не думаешь? Мне кажется, внутри нее ничего нет, кроме тапочек. Окей. В голове у нее кубик. Хорошо. Здесь больше ничего нету интересного. Вау. То есть это реально то, как игра... Либо как игра должна была выглядеть... Либо то, что будет во второй главе. То есть, возможно... Возможно, во второй главе мы с тобой заберемся на этот завод через некоторое время. Кстати, ну чисто теоретически такое предположение, я скорее всего не прав. Но вторая глава вполне теоретически может быть про главного героя, который новый. То есть наш прошлый главный герой мог умереть. Он попал к Поппи, и все. Он стал одним из ее, типа, слуг, прислужников, кого угодно. И вторая глава вполне может быть про нового персонажа. Может и не быть, я не знаю, наверняка я сказать не могу. Это просто именно чисто такой, знаешь, вброс, предположение наугад. Кстати, лысина. Ты такая молодая, уже лысина. Как тебе не стоит на лысеть, а? Интересно. Как ты думаешь, что это все значит? Напиши в комментариях, мне очень интересно. А пока что на этом, пожалуй, все. Больше нечего прям конкретно сейчас показать. Я еще посмотрю. Но пока что этого больше ничего. Сюда ворвались, все поломали. Там внизу Поппи, мы на ней остановились. Моя ставка, что это предыдущий план концовки первой главы. Но может быть это заготовка под вторую главу. Как ты думаешь, так и напиши. А пока на этом все. Всем пока. Рад, что тебе понравилось. Увидимся. Пока. До скорого. Удачи.